Хорошо. Вы откуда? Каменка. Каменка, военный городок. Каменка. Да. Страшно было, пришлось уехать. Очень. Все выехали, ваши близкие, родные? Да. Все здесь. Скажите, как вас здесь встретили у нас на Заре? Очень хорошо. Спасибо большое. Ваши родные все? Все живы. Слава Богу. Ваши родные? Тоже все живы. Все живы, все здоровы, мы всех обзвонили, вот до сих пор все звонят нам. Все хорошо, встретили нас очень здесь, ну, хорошо встретили, нам места дали, все. И покушали мы, и сегодня нам горячее дали, и чай, и печенье, и пряники, и все было. Какая-то помощь еще вам необходима? Может быть, какие-то средства гигиены? Может быть... Да. Мы в чем едим и сидим? Потом пришли. Нам вот тут скажите, как встречают вас здесь Назарова? Лучше всех. Хорошо. Очень хорошо. Таких людей еще редко найдешь. И в ямах лежали, мы же по лесу бежали, мы 3 часа блудили, пока выбрались. Такой страх был. Впереди нас выстрел в дерево попал, хорошо он прямо упал. А если бы он... упал на нас бы, ветер бы крутанул, мы бы все полегли, там под этим деревом бы лежали все. Вы своим ходом уходили? Все оттуда? Своим ходом, все бежали. Мы не только уходили, мы бежали оттуда. 35 лет проработал в части, лишились всего. Одна надежда теперь на Министерство обороны, потому что все лишили, всего. И мебели, и имущество, и всего. Вы вместе с семьей? Семья у меня в Новосибирске. А вы здесь были один? Я был один здесь, да. Ну, беспокоились, наверное, они о вас звонили. Я телефон в квартире, я у солдата взял телефон, позвонил, что я жив-здоров. Эвакуировали нас, кормят, конечно. Только вот одна надежда на Министерство обороны, чтобы нам помогли с имуществом, с жильем. Потому что меня вынесло, когда я первый залп был, меня вынесло, я выходил на балкон, меня вынесло с рамами балконными в зал. Волной. Все, я собрал документы, бежать вниз. Переживали, ребенок у меня 5 лет, молилась. У тебя же трое детей. Но трое, мы 4-го с тобой захватили, бежали. Да, 4-й день. Ну, Богдан, ребенок молился. Молились, все дети у меня, все молились. Так эти падали прям осколки. Мы пока бежали с товарищем, я с ним работал раньше, осколки падали вот прямо впереди нас, большие. Снаряды. Снимало прям, ветки срезало. Деревья. Через болото летели. Через болото мы бежали, через лог и на трассу. Хорошо, что тут было. На трассе вот работники нам ворон. Вывозили, помогали. Да? Вот мы в одной машине сидят, что-то 4 детей, 5-е, я 6-я, Тамара 7-я, водитель 8-й.